Александр Масиенко родился и вырос в Анапе. Интерес к рисованию был у него с раннего детства. Сегодня художник-самоучка является членом Союза художников России. Друзья и поклонники называют Александра Федоровича хранителем истории нашего города. На его картинах изображены старинные анапские улочки, уютные палисадники и закоулки парков, такие места, которых уже просто нет. Посмотрели выставку его картин. Она очень тонкая, нежная, передает вот ту старую Анапу, которая была и уже практически ушла. Вот природу ее, ее маленькие домики, эти районы Анапы. Поэтому это для нас, анапчан, очень дорого. В коллекции художника более 700 картин. Из них на выставке представлено всего 42. Мастер черпает свое вдохновение из пейзажей, которые окружают его каждый день и помогают создавать впечатляющие произведения искусства. Ну как вдохновление? Вот идешь по улице, увидел красиво что-то, осталось в памяти, потом дома начинаешь писать. Являясь натурой творческой, о себе Александр Федорович рассказывать не любит. А вот друзья художника в этот день не переставали восхищаться как его человеческими, так и профессиональными качествами. В честь автора звучали стихи, а книга отзывов пополнялась все новыми словами благодарности. Возможность приобщиться к искусству, увидеть Анапу провинциальной есть у каждого. Вход на выставку свободный, и проработает она до конца февраля.